Друзья, всем привет! Купил вот аккумулятор на мини-мойку. Сейчас покажу, что это такое. Значит, вот такой чемоданчик. Открываем. Там вот такой набор. Одеваем вот такой вот шток. Ну, вот так вот она выглядит. Сейчас подсоединим провод. Провод на быстросъемнике, очень удобно. Все готово. Ставил шланг в бачок. Смотрите, вот у меня машина достаточно грязная. Что сейчас проверим, я уже одел насадку. Так. Пока что вода не идет. Угу. Так, ну вот смотрите, здесь вот черкаш есть прям до чистоты. Вот. Сейчас проверим, как эта мини-мойка справится. Ну вот здесь заметно, что как бы до чистоты она не отбивает. Думаю сейчас облить всю машину водой, потом пеной и попытаться все смыть. Ну вот так вот она выглядит вот после того, как я ее просто обдал водой. Так, ну вот, друзья, смотрите, насадку никакую одевать не нужно. Пена пошла. Баллончик маленький, уже кончился. На колесо хватит. Так, еле-еле. Все, кончился баллончик. На одну сторону хватило вот одного баллончика. В общем, смотрите, я, получается, помыл одну сторону вот машины. Пришлось мыть губкой, макать губку в эту вот канистру, в общем, грязь все отмывать губкой. Потом я смывал вот из этой вот мини-мойки, так сказать. Вот, смыл, ну, в принципе, как бы, если сравнивать, допустим, с помывкой на обычной мойке, то я вот здесь помыл на тройку. Вот. Там на обычной мойке моют на пятерку, а здесь вот сейчас, в данный момент, помыто на тройку. С разводами, там, со всякой вот фигней. Там во многих местах осталась грязь. Ну, типа вот так вот, там недомытое что-то. Не знаю, колеса ужасно выглядят, недомытые. Ну, вот арки, естественно, недомытые. Внизу там вот что-то я там тоже не домыл. Вот. Ну и в канистре вот получается 30 литров, осталась половина. У меня получается остался немытый капот, багажник, крыша и другая сторона еще машины. Смотрите, еще хотел сказать, что вот провод здесь настолько тонкий, и вот когда нажимаешь кнопку, сейчас вот я чуть-чуть вот собью грязь. Ну вот он совсем ее не сбивает, вот еле-еле. И вот здесь вот провод, смотрите, он сжался. То есть он настолько тонкий, что насос сосет воду, а провод из-за этого сжимается, и вода плохо поступает в насос. Сделать с этим ничего нельзя. Такой вот провод. Совершенно просто, совершенно бесполезный. Ничего не отмывает. Вот грязь, она как была, так и осталась. Вот. Смотрите.
все в грязи. Совершенно он ничего не отбивает. Вот сторона, где я не мыл, ну, сторона, где я мыл. Все в грязи. Это порог. Вот дверь. Дверь, где я мыл. Дверь, где я не мыл. Почти не отличается. Капот я еще не успел домыть, и крышу я не домыл. Сходил на речку, набрал такой желтой воды на реке. Сейчас буду капот и крышу намывать. Еще вот этот шланг, он очень сильно перегибается и не тонет в воде. Это вот не знаю, как с этим бороться. Он все время всплывает. Я придумал вот такую штучку, что можно как бы шланг вот так вот ручками немножко сделать, чтобы он тонул. В этом сложность. Получается, что 30 литров для мойки одного автомобиля мало. Я набрал еще 30 литров вот в реке. И сейчас буду мыть машину. Посмотрим, как это вообще до конца, когда я все это домою, сколько вообще бочек мне понадобится, чтобы помыть ее. Так, ну вот, короче, сел аккумулятор. Садится он просто вот так. Ты моешь, 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 и все. У тебя она начинает сначала чего-то тут непонятно чего, и вот кнопка зажата, а вода не течет. Сел аккумулятор, смотрите, получается. Значит, я вылил на машину 30 литров и еще пол бачка. Ну, 15 еще, допустим. Чуть меньше, 10, наверное. Ну, вот получается 30 и 10, 40 литров. 40 литров может вылить с одного аккумулятора вот эта мойка. Так, ну получается, вот я помыл машину, потратил времени где-то 1,5 часа. Общее впечатление от мойки, вот эта вот мойка, ребят, она получается, как, знаете, вот пылесосить сломанным пылесосом. То есть ты такой возишь, да, у тебя ничего не получается, ну, он не пылесосит, а ты такой от этого злишься, короче. Вот, если честно, я когда вот мыл машину, я очень злился, почему она не моет, потому что я как бы на даче мою керхером, вот, и, конечно же, это большая разница, керхер и вот эта штучка, это вообще несравнимо, вот. По сути, вот керхер — это, допустим, пылесос, а вот эта вот мойка на батарейках — это сломанный пылесос. Короче, я ему ставлю, наверное, оценку 3 с минусом или, не знаю, 2 с плюсом. Вот. В общем, для мойки машин эта штучка вообще не подходит. Не советую покупать кому-либо для мойки машин. Вот. Для мойки, может быть, колес велосипеда или детской коляски, может быть, подойдет. Да, и, кстати, вот в комментариях можете писать, кому нужна эта мини-мойка. Вот, продам за дешманы вообще, то есть дешевле, чем брал. Так что пишите, кому нужна мойка, кто хочет попробовать. Может быть, кому-то надо помыть детский велосипед. Смогу помочь. Друзья, если вам понравилось мое видео, поставьте лайк, я буду очень рад.